Как показывают результаты последних исследований, атмосфера нашей планеты подвергнется систематическим изменениям. Они будут очень невыгодными, поскольку приведут к выведению кислорода, что для многих живых организмов, включая человека, связано с исчезновением. Через миллиард лет содержание кислорода должно составлять всего 1% его текущей концентрации, согласно исследованию ученых из Технологического института Джорджии и Университета Тахо. Такое небольшое количество этого элемента приведет к исчезновению с поверхности Земли множества растений, животных и людей. Кислород, хотя и токсичен в чистом виде, является ключевым ингредиентом нашего нормального функционирования. Процесс кислородного истощения, хоть и незаметный для нас в настоящее время, идет давно. Способствует этому, среди прочего, человек. В результате вырубки лесов или промышленных предприятий, выбрасывающих в атмосферу огромное количество химических соединений, включая углекислый газ. Однако виноваты не только мы. Ученые предсказывают, что через миллиард лет Солнце станет ярче и усилит потепление климата Земли. Люди должны начать чувствовать недостаток кислорода всего через несколько сотен миллионов лет. Тогда процесс может стать очень жестоким. В конечном итоге почти весь кислород должен быть исчерпан в пределах 10 тысяч лет. Исследователи говорят, что биосфере недостаточно адаптироваться к новым условиям. На Земле останутся только микробы. Конечно, речь идет об очень далеком будущем. Неизвестно, что произойдет через миллиард лет с людьми и другими организмами. Футурологи говорят, что всего за 100 лет мы сможем генетически модифицировать себя настолько, что нехватка кислорода не будет для нас проблемой. Некоторые надеются, что мы также сможем жить за пределами Земли, где кислород практически отсутствует, но он может производиться. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.